не всегда получается запечатлеть вот там у себя внутри такой дорогой объект. Мы просим вас зайти за обхождение. Учитывая то, что вы одна, все внимание сейчас на вас. Как часто в жизни вам доводится бегать на каблуках? Вот это первый раз будет. Первый раз бегаете на каблуках? Да, у вас такой рост, что я начинаю мало-помалу испытывать комплекс неполноценности. Поэтому не часто хожу на каблуках. Не часто. Это не смущает таких людей, чтобы не развивать чужие комплексы. Господи, что происходит? А, и вы еще раз хотите пробежать? Договорились. Настя, футболку дайте, Настя. У нас по-прежнему продолжается регистрация участниц Космополитен забега на каблуках. Кому-то понравилось настолько, что они готовы принять участие в этом забеге дважды. Если иметь в виду блондинку под номером 18, то это уже четвертый ее забег, и только за сегодня. Финалистки квалификационных забегов, кроме косметических подарков от Nike, отправятся на закрытые вечеринки-девишники, организованные в Космо специально для них, а самое быстрое среди них еще и получит сертификат на 5000 гривен на шопинг в торговом развлекательном центре City Center. Я не знаю,